понимаете? Имелее теперь, так скажем, да? Имелее. Просим, просим. Горечка. А теперь мне колокольчик подсказывает, что Матвей хочет рассказать стихотворение. Иди, Олл Усастый. Ай, да какой красивый. Его зовут Олл. Все, что мне сказали. Вот не зови. Конечно. Его зовут Олл. Я возьму сестру, Умничка! Умничка, мой здоровый! Молодец! Слушаю! Артём! Артём? Артём? Вот есть Артём! Давай попробуем, слушаю. Люда, Людочка, Люда, Люка, да. Ай-ка, Умничка. Обязательно будем продолжать наш праздник. Так, Дедушка Мороз, вот скажи, пожалуйста, ты играть любишь? Конечно. Ребята тоже очень-очень любят играть. Я очень-очень. А ну, зайчики, выходите скорее. Зайчики, да? Зайчики. Ой, ну что, все зайчики? Все? Девочки, пока садитесь. Девочки, все. Зайчики. Мальчишки, мальчишки. Дедушка Мороз, давай скорее глазки. Закрываю. А я сейчас зайчиков спрячу. Мы поиграем. Садись скорее, готов? Готов, готов. Мальчики, ко мне скорее. Так, считаю. Раз. Считаю. Два. Считаю. Три. Считаю. Четыре. Считаю. Пять. Шесть. Семь. Считаю. Восемь. Считаю. Девять. Девять с половиной. Десять. Ну что, зайчик? А не там! Вот там! Вот там подъем! Нет, только нет! Зачем секреты выкладывать? Нет, девочка, они пастучки! Вот все говорят, там одно ладно! Нет, пусть я говорю тебе! А нету их пастучек или нет? А ну-ка, ножки поднимайте, давай, смотрите, зайчики! И здесь нету! А где? Вот здесь, думаешь? Не, а нету здесь! А вот они! А может, они у родителей? Родители, думаешь? Погляжу-ка у родителей. Да нет, внученька, у родителей ребятишек нет. Ну, думай, где есть. Но, кажется, я знаю, где они есть. А вот мне кажется, они где-то ближе к елочке спрятались. Правильно? Там не знаю. А вот я уже знаю. Не знаю. Ну-ка, погляжу. Мальчишки! Замечательно у нас получилось, и кого ты не нашел? Бусинки. Волшебник оживил все бусинки. Смотри, дедушка, пока ты искал зайцев, нам с елки бусинки прилетели. Бусинки, пожалуйста. Зайцы, мы там шутим сначала. Покажите, потом поиграем. Yeah.
Идите, мои хорошие. Не только бусинки, но и все хотят парни там. Мальчики. Наша елочка собирает всех на танец приглашает. Приглашаю. Мальчики, приглашайте девочек, пожалуйста. Девочки пошли. А где Саша? Мальчики, девочки. Саша. Вот, Лиза. Марина! Давай. Попробуем. Все нашли. Давай. Все. И мы тоже.
Летели с пастунчиком все ребятишки, умнички мои. Дядюшка Мороз, у нас такой праздник с тобой получается веселый. Веселый, веселый. Танцуем и поем, и стихи читаем, и хороводы водим. Смотри, сколько ребят танцев выучили. Замечательные танцы, молодцы, ребята, вы большие молодцы. Вот когда успели? Да не знаю, как-то вот воспитатели, может, помогли. Молодцы, ребята. Да нет, браво, воспитатели. Марина Павловна как помогла. Марина Павловна помогла. С ними. Ну ты посмотри, дедушка, все для тебя. Для гостей. Весь детский сад работал. А? Верно, верно, давайте молодцы. Давайте мы всем похлопаем. Всем, всем нашим артистам сегодня. Молодцы, ребята. Молодцы, настоящие артисты. Дядька Мороз, а как ты думаешь, а эти артисты что хотят больше всего? Подарки! Ой, да молодцы! Ну, конечно, в Новый год все хотят подарки. А где подарки? Правильный вопрос! Правильный, где подарки? Ну, собирал, помню, собирал, клал в мешок, аккуратно сложил, чтоб не... Большой мешок был большой. Большой. Гляди-ка, внучка. Сейчас, ребятки, наберемся еще немножко терпения, и подарочки будут здесь у нас с вами. Сейчас. Ну что, внучка, нашла мешочек? Ну да, ничего-то какой-то маленький. Ой, верно, небольшой. Знаешь, какой-то. Дедушка, он почему-то пустой. Как пустой? Вообще пустой. Совсем пустой? Да. Прям ничего, ничего там нет? Нет. Где ж подарки? Нет. Не знаю. Ребята, Дедушка Мороз, он волшебник. Для него нету никакой преграды. Я знаю, что волшебник. Вот сейчас давайте посмотрим. Я так люблю, когда он... Мама мне рассказывала, что Дед Мороз волшебник. Волшебник. Сейчас посмотрим, как он будет чудеса творить. Дедушка, ну давай поколдуем, может, что-нибудь давай попробуем, давай попробуем. Конечно, совсем не мешок. Поможете мне? Досчитаем вместе до трех. Ну давай, попробуем. Погляжу-ка, вот что-то появилось у нас здесь. Да. Смотрю-ка. Опа! Мешочек маленький! Мешочек, правильно! Ой, ребята, нам смотри. Такой мешочек подойдет? Маленький! А нужен какой мешочек? Большой! Огромный! Огромный нужен! Дедушка, ну выращивай. Ну давайте попробуем. Досчитаем до трех? Давайте. Раз, два, три. Ты мешок, расти. Ой. Прыгает, выживает. Куда-то тянет меня. Ребятки, одну минуточку. Держи крепче, он сейчас тяжелый. Я их унесу. Ребятки. Растет. Мешок растет. Дедушка, ты справишься? Дедушка! Он ушел! Куда он ушел? Мешок огромный просто! Он не может его держать в руках! Молодцы! Вырос, да как! Большой какой стал! Очень вырос! Волшебный! Конечно! Так, погляжу-ка я! Все ли на месте подарки? Погляжу да посмотрю. Так, вот, хорошо, крепко завязал, чтоб не растерялись. Постарался. Ведь всем детишкам подарки надо не растерять по дороге. Ребятки, смотрите, какие подарки нас с вами заждались уже совсем. Принимайте подарочки от Деда Мороза. Спасибо! С Новым годом! Спасибо! С Новым годом! Спасибо! С Новым годом!
готовим. Ну что, ребята, всем хватило подарков? Да! Это здорово! А что мы дедушке скажем? Спасибо! От всей души для вас, мои хорошие! Как сказочно красиво в предновогодний час! И старый год в окошко глядит в последний раз! Пусть с ним уйдут заботы, а вместо них придет все то, что так желанно в чудесный Новый год. Уют и радость в доме, и счастье, и тепло, и чтобы непременно во всем всегда везло. Исполнит пусть желание, удачу принесет, пусть к нам приходит добрый, счастливый Новый год! С Новым годом! С новым счастьем вам! На память, мои хорошие! Скорее вставайте, смотрите на ваших родителей! Улыбайтесь, пожалуйста! Поправиться! Очень приятно! Глазки к родителям! Я встань сюда! Я встань сюда! Конечно! Чему? Первый раз! Улыбнемся! Улыбнемся все давайте! Улыбнемся! Смотрим туда. Ай, да молодцы.